нас не проходит ни одну секунду без бомби, без ракеты, без всяких. Даже вот нельзя ночью дышать, они кидают на нас фосфорный дым, короче, который вообще запрещен. У нас электроэнергия нет, бьет и дым, и воду, и интернет слабый очень. Мы все под огнем, никто далеко от огня, и ничего у нас работает вообще в город. Закрыто все, и бомбят по домам. У нас очень много пострадавших, раненых, женщин, мужчин и мирных, невиновных, понимаете? Вот такая обстановка. У нас вообще военное действие, и 4 дня назад я начал обратиться в консульство, чтобы эвакуировать наших граждан Украины, которые живут в секторе Газа, и всех иностранцев. Потому что обстановка очень сильно сложная, очень. Слышали через наших местных каналов и новостях, что тяжелые танки и оружие, там танки и техника на границе уже готовятся к зимней операции. Это, конечно, очень такой момент, конечно, серьезный. И, кроме того, замечаю, что каждые 5 минут у нас ракеты кидают везде, по домам. Очень большие здания уже разбили. И вот такая обстановка у нас. Вот такая обстановка. Поэтому я обращаю через вас к МИД и правительство и парламент. Нам нужно эвакуировать всех гражданин иностранных, которые здесь живут. Тем более я обращаю МИД Украины, особенно гражданин Украины, которые живут в секторе Газа, эвакуировать наших женщин и детей.